товарищи мои! Здравствуйте, здравствуйте! Узнали меня? Конечно, и кто? Какое диво! А серьезно? Кто? Бабка Эйнштейн, кто? Снежный человек, еще? А если подсказочку дал вам мои студенты Хогвартс? Вот, Дамблдор, точно! О, здравствуйте! Здравствуйте! Ребяточки, как поживаете-то? Отлично! Ой, а елка-то почему у вас не горит? Зажгли? Что-то не видно? Ребяточки, заклинание-то знаете как? Чтобы елка-то наша... Хорошо, понял. Пробуем. Раз, два, три. Вингардиум Лавиоса. Нет, не права ты, девочка. Еще. Понял. Пробуем. Раз, два, три. Экспеллярмус. Инструкцию. Абракадабра? Хорошо. Раз, два, три. Абракадабра! О! Ничего себе! Вот это дело, да? Кто сказал? Кто? Молодец, как зовут тебя? Дима, хорошо. Дима. Хорошо. Вот елочка-то наша и горит. О! О. О, Гарри, привет! Профессор Дамблдор, да, здравствуйте. Привет! Неужели это правда? Нового года не будет! Гарри, ты давай потише! Ты же мальчик, который выжил, а не мальчик, который выжил из ума! Но мы же все ждем Нового года, да, подарков, исполнения желаний! Да! Дамблдор! Гарри, понимаешь, во-первых, это в обычное время я, Дамблдор. А в новогоднюю неделю я Дед Мороз, понял, да, Гарри? Сейчас. О, сейчас, значит, подожди, вот оденусь свое одеяние волшебное. Так. Вот. Гарри, а что стоишь-то там? Потанцуй, что ли, пока? А что? Давай, а что? Что? Что умеешь? Понимаешь, деточка, одеться-то надо. Вот. Сейчас. Расскажи ребятишкам, как год-то провел. А? Неплохо. Получил что? Много автоматов. Автомата получил? Да, по заклинанию защиты. Какой? Защиты. Какой защиты? От вредных заклинаний. Что это? Гарри, ну давай, не это. Мягко говоря, не глупи. Не буду. Что хотел сказать, дедушка? Дедушка Мороз, Волдеморт украл так знак предыдущего Нового года, черную змею, и не отдает ее. Ой, сразиться, что ли, хочешь с нами? Он вообще против всех праздников и сказал, чтобы силы добра с ним сразились, иначе не будет никакого Нового года. О, Гарри, ну, значит, сразиться хочешь, значит, сразимся. Позовем всех своих волшебных союзников, но Позовем. Пока. Снегурочка, чаю принесите. А вам холодный или горячий? Ломный. А с лимоном или с мандарином? С мандарином давай. А с сахаром или без сахара? Снегурочка, ну-ка иди-ка сюда. Сахаром или без сахара? Дедушка Мороз, да. Ну некогда мне вас чай готовить. Почему? Я на письма детей отвечаю, подарки закупаю. Да. Оптом, со скидкой, без скидки. Так. У меня дел по кокошник. По кокошник? Понятно. Ну-ка, Гарри, значит, давай-ка сражение чуть-чуть отложим, письма от детей почитаем. Давай, Снегурочка, давай. Пишет тебе Дедушка Мороз мальчик Сережа с филологического факультета. Сережик, понял. Здравствуй, Дед Мороз. Да. Я не успеваю учить новые правила в русском языке. Сделай так, чтобы в новом году у Фурсенка были другие заботы. О, Фурсенка, я же его уволил, какие заботы-то? Давай дальше, поехали. Письмо от мальчика Кирилла с факультета УНК. Вот, Кирюш. Дед Мороз, подари факультету УНК еще хотя бы двух мальчиков, а то я не справляюсь. О! Чего ты хочешь?
Ой, да ты не справишься, Гарри, я тебе говорю. Давай дальше, Снегурочка, считай. Дальше пишет тебе мальчик Миша со спортфака. Вот. Дед Мороз, я весь год был хорошим мальчиком. Так. Хорошо кушал. Так. Вот, в принципе, все, что я и делал весь год. О, Миш, молодец, Миша. Люблю таких. Что, Снегурочка, все, что ли? Все. Это все замечательно. Ой, Гарри, ой, Гарри. Это все замечательно. Не будет никакого Нового года. Чего? Ну, значит, так, пойдемте, значит, в само логово этого безносого врага, да и узнаем, чего он там хочет, поняли? А вы, ребятки, не расходитесь, сейчас тут коллективы разные будут, веселить, шутить, давайте, сейчас придем скоро. Ой, Гарри, пойдем. Ансамбль современного танца «Кислотный дождь». Руководитель Наталья Подковырова. Do it.